Прям вот так все разбрасываю, лишь бы найти. Ой, вообще не знаю, что сегодня будет. Начинают комментировать, типа, ой, ну все ясно, все понятно. Это да, я уже семейная. Любовь, морковь. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, у меня в гостях Крис. Привет. И Елена Прекрасная. Привет. У нас сегодня была супер вечеринка, мы, короче, спали все вместе, втроем. Это был девичник. Малыш проснулся. Бежим, скорее бежим. Ленок, блин, убежала, даже не успела попрощаться. Но зато хоть Кристину мы проводим вместе на свидание, моя красотка. Да, а ну-ка, давай покажем, какая ты красивая. Давай. Вот та звезда моя. Сегодня, ай, ты моя. Ай, да. Ну все, он покорен, я чувствую. Звезда моя, звезда. Такое платье красивое очень. Знаешь, что хотела тебе попросить? Что? Обрезать мне бирочку. Селена, можешь обрезать мне бирочку? Конечно. Новое платье? Да, мы же с тобой покупали, ты просто его забыла. Ну, сейчас обрежу бирочку. Будем ждать ее со свидания. Хорошо. Доброе утрочко всем. Мои вот кудри расплелись немножко. Они где-то расплелись, где-то нет. Но Кристинка утром встала и говорит, ой, мне нравится прям такое, как она сказала, латина. Я говорю, а мне кажется, все наполовину расплелось, и они такие запутанные, знаете, их не расчешешь, вот реально. Их только мыть, и все. Я думаю, что, наверное, сегодня я их помою. Ой, вообще, надо планировать уже покраску волос и подстричь хочу волосы. Короче, ну, немножечко там подровнять кончики. В общем, смотрите и увидите всякие мои преображения. Мы встали, Кристинка на свидание, уже какой день, вот, поэтому пока все идет ровно, пожелаем ей любви, счастья, семейного благополучия, вот, что мы собираемся делать. Кстати, есть такое место, как Эльдорадо, напишите, кто был, это 140 километров где-то от Ростова. Кристина сегодня туда поедет, и она будет снимать влог. Надо будет во влоге обязательно посмотреть у нее все там. Малышка мой прилез. Посмотреть во влоге, как все там будет красиво. Я буду очень ждать прям этот влог, мне интересно. Но вообще я бы туда не так, чтобы поехать, знаете, вот прям поехать с утра и приехать вечером. Я бы, если поехала туда, то на 2-3 дня, чтобы снять там домик и побыть там какое-то время. Но для этого нужен непосредственный отзыв. Как раз-таки отзыв вот... А Кристюши, которая вот именно непосредственно вот совсем недавно там была на днях. Котя, и доброе утро пришел пожелать всем. Мы, в общем, пьем кофе, собираем Кристину. Я уже тут разложила все, я буду чуть-чуть загорать. Я прям загораю, знаете, и мне все прям... Привет. Привет, сказал всем. Загораю, и мне все мало, мало загара. Все это вот пошло сейчас. Мне кажется, чем больше загораю, мне кажется, все белее и белее. Это болезнь загорелых людей. Ай, смешно. Ну ладненько, будем просыпаться. Хорошего всем настроения. Смотрите, какую курочку я купила малышу. Где курочка, Дэнь? Смотрите. Прикольная такая курица вообще. Курица. Ой, пчела. Я, кстати, себе накрасила ногти новым цветом. Такой вот он лососевый. На ножках, на ручках. В общем-то, такая смешная. Мы с малышом спонтанно просто выехали в Ашан. Вообще, мы поехали по делам по своим. Вот, там выбираю себе подарок на день рождения. И параллельно еще нужно кое-какие там купить и продукты, и, в общем-то, и для подарка там, короче. В общем, ну, есть что покупать. И в итоге я поездила по делам с Денькой, и мы вернулись сюда, в Ашан. 300 лет здесь не была. Здесь так классно в такую жару именно по ТЦ ходить. Замечательно. А еще прикол был. Сейчас присядем где-нибудь, скажу вам. Да что хотела рассказать, на самом деле, там покупала кое-что, и был там, ну, такой пожилой достаточно человек, и он начал говорить о том, что, где поете там, тра-ля-ля,
Я говорю, да нигде я не пою, ну типа вы там певица выступаете. Я говорю, да нигде не пою, в интернете. Он такой, ой, сейчас все в интернете, молодежь вся в интернете. Сейчас же молодежь тупая, вот раньше там был такой. Я говорю, вы что такие глупости говорите, ничего не молодежь не тупая, сейчас она очень продвинутая, нужно, говорю, в ногу со временем идти. И сейчас взрослые многое не знают, как приспособиться к этой жизни. В компьютере многие взрослые не разбираются, да, хотя это нужно и для работы. Весь мир идет вперед, и нужно вперед. Это все равно, что сейчас первобытные люди, которые были до нас, вот раньше было, мы гуляли на природе, мы ничего на себя не одевали, мы брали копье и убивали там, да, скажут, вы, короче, тупые, вы не можете сделать себе копье, не можете убить на природе себе какого-то кабана. Мы эволюционируем, мне кажется, ну, мое мнение такое, да, что нифига, молодежь очень сейчас умная, и наоборот, нужно подтягиваться вот того времени людям, им нужно подтягиваться и в телефонах разбираться, и в компьютерах. Это сейчас очень большая необходимость. В плане начитанности и знаний, ой, ну может быть, да, молодежь не интересуется тем, что было там где-то какой-то историей, может быть, как-то поверхностно, но зато в современном мире они знают очень много. Новые технологии там и так далее, и так далее. Я считаю, что важно, чтобы это приносило тебе пользу. Реально. Вот зачем знать эту историю, если она тебе пользы особой не приносит, да? Если тебе самому интересно это, то классно, ради бога, ты начитанный, там, образованный, да? Но большинство людей, они, допустим, фокусируются на каких-то других вещах. И я считаю, что это тоже неплохо. Главное, чтобы это было полезно, чтобы это приносило удовольствие, да? Никому не вредило, опять же, повторюсь. Но я считаю, что молодежь на самом деле очень умная. Очень умная, очень продвинутая. И старые люди, допустим, по сравнению с молодежью, сейчас просто дети, реальные дети. Когда маленький там мальчик, уже там 5-7 лет, я не знаю, он может починить компьютер, скачать какую-то программу, те же книги. Сейчас, Денечка. Те же книги, все в интернете. Я не считаю, что не начитанная даже молодежь, а очень даже разносторонняя. Все, побежали домой. Как вы думаете? Я хотела ваше мнение узнать. Что вы думаете по этому поводу? Напишите мне в комментариях. А мы поехали домой. Ну что, мои хорошие, сынуля спит. Я, в общем, готовлюсь к завтрашней записи песни. Очередной. И я подстриглась. Будет видео со стрижкой скоро. Потому что такой специальный день. Когда нужно было подстригаться, последний день же. И скоро будет окрашивание волос. Так что ждите кухню красоты. Желаю спокойной ночи. Я, кстати, ногти под маечку. Спокойной ночи. Так, кстати, попробовал я BioArctic 2 в одном. Но мне все равно не хватило бальзама, поэтому я его использовала просто как шампунь. И сверху на волосы я все равно нанесла бальзам от BioArctic. Вот. Потому что эффект мне недостаточно бальзама на волосах. Так что имейте в виду. Кто спрашивал? Я уже мчу к маме малого отвозить. У меня еще губы карандашом накрашены, еще даже не растушевала как следует. И в общем, я такая в попыхах, мне кажется, я что-то забыла, может, не забыла, я потеряла флешку со всеми своими песнями там. Это вообще очень горькая горечь. Кстати, вот у меня есть еще вот такая барсеточка, она темная. Я купила в один день тогда и светлую, и темную. Сейчас переворошила весь дом, чтобы ее найти. Просто у меня там дома сейчас как будто это... Мамонт пробежал, вот так все вверх дном. Я когда нервничаю, еще я прям вот так все разбрасываю, лишь бы найти. Сначала аккуратненько все смотрела, потом чуть-чуть менее аккуратненько, потом все вот так вот вытащила, и в итоге она вообще в другом месте оказалась. Ну, неважно, ладно, сейчас малого отдам, песню запишу, приеду домой, мне надо снять для вас видео, конкурсы, в общем, короче, много всего интересного, и надо все успеть. Так что поехали песню записывать. Сейчас я вам сниму чуть.
Ну что, мы приехали к маме. Сына рад видеть, бабулечку любимую, уже прыгает отдыхать. Мама, как всегда, меня вкусно накормила, столько всего приготовила. Икра кабачковая, баклажанная, перетертая, кстати, обычно мы режем все. Очень вкусно получилось. Сынульке готовит специально супчик, такая, в общем, у меня мамуля. Тра-та-там, все. Вот. Я сегодня одета, как одета, ну ничего особенного, опять в моей распашоночке, не стала ее завязывать, шортики вот эти черные свои, нравятся они мне. И моя вот такая вот барсеточка, вот. Тоже места много в ней. Вот, все, я сейчас уже убегаю, походу встретимся еще. Оставайтесь. Такие красивые розы растут у нас тут. Не могла не поделиться с вами. Кстати, очень часто... Вот так на фоне них стану, сяду. Кстати, очень часто я люблю вот коверкать слова. Вы, наверное, это заметили. И многие, знаете, начинают комментировать, типа, ой, ну все ясно, все понятно. То есть они делают выводы какие-то с неправильно сказанных слов. Но у меня всегда было с детства, я любила коверкать слова. То есть для меня казалось, знаете, речь просто льется, льется и льется. А мне хочется какого-то диссонанса, мне хочется какое-то вот что-то непонятное, да. Поэтому ножницы, ножницы, камни, каменья, да. И вот сейчас я иду, такая говорю, сейчас я им скажу, что у меня красные губы, но лососевые... цвет ногтей, да? Я думаю, нет, скажу лососёвый. Я не знаю, у меня так это рождается вот в голове, и всегда, я помню, что даже я подумывала, даже, может быть, даже открывала пару раз блокнотик, чтобы записать именно свои такие словечки. Я любила соединять разные слова, чтобы что-то получалось. И до сих пор какие-то у меня с детства словечки такие вот остались. Поэтому не принимайте это в тот момент, что я так прям разговариваю. Я сознательно меняю слова некоторые именно для того, чтобы в голове был какой-то диссонанс, какие-то акцентики, да, там, камни, бриллианты. Вот, все помчало. И кися вон она. Кстати, вот эти босоножки купленные были на Мальте. И тогда еще здесь вообще не было вот таких вот... Ой. И тогда еще здесь вообще не было вот таких вот подобных, да, босоножек. Они выглядят очень клево. Тем, что они не, ну, на платформе обычной, да, но при этом они очень аккуратно выглядят и подходят под любое, знаете, ну, платьице там, знаете, и выглядит очень даже хорошо. То есть есть платья, которые, ну, вот просто не оденешь без каблука. А эти очень такие интересные. И здесь не было. Когда я приехала с Мальты, там просто месяц целый была, и когда я приехала, я увидела, что просто все магазины забиты вот такой подобной обувью, похожей прям, да. Но когда я покупала, у нас в России такого не было. Я даже увидела и думаю, ни хрена себе. Ну, во всяком случае, я не видела. Я не видела. Я такая думаю, нифига себе, какая красота. Ни у кого такого не будет. Приехала, я думаю, понятно. Наверное, какая-то мода уже. Все, поехали. Как всегда, я на свою любимую студию. Ой, вообще не знаю, что сегодня будет. Привет. Привет, привет. Кстати, хотела показать вам кабиночку, в которой я записываюсь. Вот она! Стою я здесь такая, пою. Прошло 4 часа. Мы записали вроде бы все. Сейчас будем расставлять. А, я устала. Устала я, представляете? Это вообще редкость. Но я устала. Ой, мне кажется, что-то прикольное получилось вообще. Я прям жду, не дождусь. Это как раз-таки то, что я вам в фикс-прайсе вначале напевала. Про ведьму. Так что ждите, мои девочки, мои кошечки. Будьте охотиться с моей песней. Будьте вдохновляться. Это да, я уже семейная. Любовь, морковь. Да. Песня тоже, кстати, была написана до моего любимого. Ну, надо просто ее уже сделать, а то, что она висит. Она кому-то, может, поможет вдохновиться. Копья, ружья в руки. Вот. Ну и вообще она классная, короче, по душе мне. Так что ждите, мои крошки. Фух. Забрала малыша. Не пойму вообще, какая-то вся взъерошенная, сумасшедшая. Встретилась еще сегодня со своим знакомым другом, который по волосам
специалист всякий. Посоветовал мне там масочки всякие, интересные штуки. Ну, потом расскажу вам, попробую, когда. Вот. Все, едем домой, я устала, я голодная. Представляете, в 9 часов попила кофе и ничего, просто не ела, не пила все это время. Сейчас пришла домой, маме, полвосьмого, я первый раз поела. Я напала, съела тарелку. Огурцы фаршированные, ой, огурцы, господи, перец фаршированный, яблоко съела, 2 бутерброда с икрой. Ну, короче, вообще, напала на еду. Сейчас домой приду чаек пить или компотик. Или сок надо допить. Ладно, бежим домой, да, Денечка? Устали. А еще я купила вот такие раковые шейки. Никогда не пробовала. Но решила попробовать. Сейчас попробую вместе с вами. Вообще, я очень люблю раковые шейки, но больше всего ненавижу их чистить. Это, конечно, не свежие раковые шейки. В принципе, вкусно. Даже не знаю, куда их можно применять. Куда их можно использовать, подскажите? Крошки мои. Сына уснул. Я провела прямой эфир. И, в общем, сейчас 10 часов вечера. Я буду монтировать видео для вас. А еще хочу скорее послушать свои песни. Новые. В общем, скоро они выйдут в свет. Так что ждите. Мне интересно будет ваше мнение. В общем, экспериментальные всякие песни. Я записываю сейчас то, что у меня было. То, что нужно, и ждала своей записи. Вот. У всей каждой песни есть своя предыстория. Какие-то песни были записаны давно, какие-то чуть ранее. Но, в общем, их надо было записать. И вот скоро будут свежие, только что написанные песни. Но эти... Это часть моей жизни. Часть моего прошлого. Я думаю, оно будет актуально, может быть, для кого-то на сегодняшний день. Часть меня, в общем-то. Она должна была быть в мире. Все, мои хорошие, сегодня... Ой, а что сегодня? Влог-то пора заканчивать. Да? Да. Завтра мы будем дома. Загорать, как обычно. Что снимать там? Снимать нечего. Так что... Все, я с вами прощаюсь. Ждите новых видео интересных. Люблю вас, целую.